Добро пожаловать в очередной обзор чемпиона. На сей раз мы расскажем об Иверне, зеленом отце. Когда-то Иверн Плодостоп был человеком и довольно плохим. Этот конкистадор из Фрейльорда брал, что хотел, и убивал всех на своем пути. Хорошо выглядишь, огнедрев. Все изменилось, когда он срубил таинственное дерево, божественную иву. Упав, она наполнила душу жестокого воина своей магией, вселив в него любовь к природе. Теперь Зеленый Отец защищает лес от тех, чьи сердца полны злобы, в надежде искупить свои грехи. Пассивное умение Иверна – друг леса. Иверн любит лесных обитателей, поэтому он не вредит им, а освобождает их. При щелчке правой кнопкой мыши по неэпическим лесным монстрам Иверн тратит ману и здоровье, чтобы создать рощу, которая растет со временем. Повторный щелчок по выросшей роще освободит создание, дав Иверну золото и опыт. Кара может освободить монстров сразу после создания рощи. Ждать не придется совсем, если в лагере нет главного монстра. Повысив уровень, Зеленый Отец сможет делиться красным и синим усилениями. После освобождения Огнедрев и Страж оставляют копии усилений для членов команды Иверна. Если же союзники убьют монстра, копия усиления достанется Иверну. Прощай, величественное создание. Не нужно стоять у рощ и ждать, пока они вырастут. Вернитесь позже и соберите все одним нажатием клавиш. Кью Иверна. Зов корней. Иверн выпускает корень, наносящий урон первому врагу на пути и обездвиживающий его. Внезапная атака. Атакуя обездвиженную цель, Иверн или его союзники переносятся к ней на расстояние автоатаки. За столетие своего существования Иверн ни разу не стриг свои корни. И вот результат. Комбинация «Зов корней автоатака» позволяет ему легко перешагивать стены. W Иверна – создатель кустов. Это умение с системой зарядов позволяет ему создать несколько клочков травы или сразу густые заросли. У этого умения есть и пассивный эффект. Из кустов Иверн бьет дальше, нанося дополнительный магический урон. И даже после выхода может еще пару секунд швыряться увесистыми плодами. Создатель кустов идеален для уловок. Можно создавать подлые ловушки и устраивать на линии хаос, даже не планируя засаду. Бедный Люциан. Е Иверна – посадка семян. Умение дарит союзнику защитное семя и дает щит. Через пару секунд семя взрывается, нанося урон и замедляя ближайших врагов. Посадка семян хороша не только для усиления союзников Иверна, но и для дуэлей. Щит умения и урон дают преимущество Зеленому Отцу, и замедленного Чо настигает решающая автоатака. Р Иверна – Маргаритка. Это большой добрый страж, который любит обниматься и бить врагов. Маргариткой можно управлять клавишей R или правой кнопкой мыши с зажатым альтом. После трех автоатак по одной цели Маргаритка подбрасывает всех перед собой, нанося урон. Иверн отлично поддерживает других, а его самого защищает Маргаритка. Пока Зеленый Отец уклоняется от ударов Ривен, Маргаритка бьет врагов, вызывая эффект подбрасывания. Она не дает изгнаннице наломать дров, пока Иверн ждет подмог. Благодаря пассивному умению, Иверн легко проходит там, где беспомощны другие лесники. Хочу окунуться в речку. Он озеленяет своего синего и отправляется к вражескому красному, преодолев стену с помощью зова корней. Он применяет кару и выходит на линию к Зерату, который еще даже не получил второй уровень. Скачок потрачен. На шестом уровне у Иверна появляется Маргаритка, и его засады становятся еще опаснее. Он прячется от башни за своей подругой, которая нацелилась на Эш. Но и после башни ему не страшна.
В ход идет посадка семян. Четвертый удар Маргаритки подбрасывает Браума, и вот он убит. В командных боях Иверну лучше всего играть роль дальнобойной поддержки, помогая себе автоатаками. Вот он мчится к кустам, чтобы задействовать пассивный эффект своего W, и сражает Чо-Гата. Он попадает в Кассиопею зовом корней, перемещая к ней своего древесного друга. Наступает черед Насуса. Иверн создает кусты у себя под ногами, чтобы увеличить урон и дальность автоатак, и помогает загнать щенка обратно в конуру. Ой, кто это сделал? Создавая кусты, Иверн ставит врагов в очень невыгодное положение. Вот пять чемпионов, которых нельзя выделить в качестве цели, осаждают башню ингибитора. Блицкранг использует Кью, Иверн накладывает щит на Кейтлин и оплетает Трэша зовом корней. К несчастью, это лишает его всех защитных инструментов, кроме Маргаритки, которая помогает Кейтлин пережить бой с Гарреном. Наверняка никто не станет отрицать, что именно Зеленый Отец выиграл этот бой. Спасибо, что посмотрели обзор Иверна. Если интересуетесь природоведением, переходите по ссылкам ниже.